Всех приветствую, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами Наталья Крайник. Сегодня я готовлю фантастически вкусные, сочные баклажаны в духовке с фаршем и с помидорами. Всем, кому интересно, оставайтесь со мной до конца. Все пропорции, ингредиенты будут у меня указаны под видео в описании. Берем два баклажана, отрезаем хвостики. Режем кружочками примерно по 1 сантиметру. Порезанные кольца солим с двух сторон. И оставляем минут на 5-10 для того, чтобы они просолили баклажанчики. Пока просаливаются баклажаны, делаем кляр. Берем 2 яйца. Солим немного. Перчим немного. И все это перемешиваем. Яйца взбили. Берем фарш. Фарш у меня свино-говяжий. Я пропустила мясо через мясорубку вместе с одной луковицей и зубчиком чеснока. Добавляем сюда мелко порезанный помидор. Помидоры 2 штуки у меня. Солим по вкусу. Перчим. Тоже по вкусу. Перемешиваем. С помидор я удалила шкурку. Прошло 10 минут. Баклажаны просолили. Я даже их не отжимаю, потому что я знаю, что мои баклажаны не горькие. Если у кого горькие баклажаны, то обязательно жидкость слейте, отожмите. Берем противень, застеленный пергаментной бумагой. Пергаментную бумагу смазываю растительным маслом. Берем каждый кружочек баклажанчика, обмакиваем в яйце взбитом и выкладываем на противень. Сверху выкладываем фарш с помидорами. А в это время разогреваем духовку до 180 градусов. Духовка разогрелась до 180 градусов. Несем запекаться на 25-30 минут. Через 30 минут достали из духовки и сверху еще посыпаем натертым сыром твердым. И несем в духовку минут на 5-10 до расплавления сыра. Баклажаны, запеченные в духовке с фаршем, помидорами и сыром, готовы. Перекладываем на блюдо, пересыпаем еще зеленью, посыпаем сверху. У меня петрушка. Все. Чуть-чуть остынет, и можно уже кушать. Всем приятного аппетита! Вкусные, сочные, аппетитные баклажанчики получились. Всем, кому понравился мой рецепт,
Ставьте лайки, пишите комментарии, пишите, как вы готовите баклажаны. Подписывайтесь. Всем всего самого доброго. Пробуйте, делайте. Это фантастически вкусно. И готовьте всегда с любовью и с отличным настроением. Всем большое спасибо, что вы были со мной до конца. Всех ценю, люблю, уважаю. С вами была Наталья Крайник. До свидания.